Живи так, будто про тебя снимают фильм. Однажды я поняла, что я, и только я, сценарист, режиссер и главная героиня фильма под названием «Не соглашаться на меньшее». Я стала верным другом себе, решив наконец, что у меня только одна жизнь. И я не хочу больше ждать подходящего случая. Будто репетируя и предвкушая что-то непременно волшебное, счастливое и сказочное. И я просто спросила себя, ты живешь здесь и сейчас? Или изо дня в день, из года в год пишешь черновик к настоящей жизни? Однажды я твердо решила создать свою территорию, оградив это пространство от агрессии, пошлости, вульгарности и хамства. Я была намерена впускать в это пространство своих единомышленниц, понимающих, что все в нашей жизни начинается с принятого решения, с простого выбора жить так, а не иначе, просто брать и делать, быть лидером, а не жертвой, взять ответственность в свои руки, не ждать идеальных условий и того самого знака, а действовать прямо сейчас. Ведь именно сейчас самое время. Моя миссия – раскрывать истинную красоту женщины. Ведь каждая из них – бриллиант, созданный природой. Та самая девушка – особый случай. Смелая, уверенная в себе, меняющая мир своей верой, красотой и добротой, светить собственным светом, растить свои крылья, быть счастливой и успешной, жить в изобилии, любить себя и брать от жизни все. Впусти все это прямо сейчас, вместо того, чтобы поставить свою единственную жизнь на паузу. Перестань откладывать себя на потом. Начни идти к лучшей версии себя уже сейчас, ведь у тебя только одна жизнь.